Чтобы оказаться в гуще событий киноиндустрии, чебоксарцам не обязательно ехать в Канны. С 19 по 24 мая в столице Чувашии пройдет 7-й международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Программный директор мероприятия, киновед Сергей Лаврентьев, рассказал моим коллегам, чем фестиваль порадует кинолюбителей в этом году. Фильмы, о которых говорят критики, пишет пресса. Некоторые из них уже не раз выходили в свет и успели завоевать признание зарубежных зрителей и награды. В программе Чебоксарского кинофестиваля можно будет с ними познакомиться. Конкурсную программу покажут два раза. В дневное время в кинотеатре «Сеспель», вечером в кинотеатре «Каскад». В этом году исполняется 90 лет Мосфильму. И проводятся ретроспективы по всему миру. Здесь у нас тоже будет программа картин Мосфильма. Их там будет 6, получается, да? 2 картины детские. «Добро пожаловать», «Сторонний вход воспрещенная сказка царя Салтани». И 4, значит, взрослые. Также будет организована выставка в Музее современного искусства из экспонатов Музея Мосфильма. Плакаты, аутентичные кадры, костюмы. Возможно, там можно будет полюбоваться платьем Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи». На кинофестивале в Чебоксарах ожидают много именитых гостей. Планируется приезд Александра Панкратова-Черного. Он представит ретроспективу «Мы из джаза». В рамках спецпоказов председатель жюри прошлогоднего кинофестиваля Татьяна Яковенко представит свою картину «Упакованная», в которой она сыграла роль. На фестивале можно будет посмотреть картину Алексея Германа «Трудно быть Богом». В этом году будет одно очень важное новшество, которое заключается в том, что, пожалуй, впервые вот это название официальное фестиваля будет подкреплено конкретным содержанием. То есть в этом году у нас будет 2 конкурса. Один конкурс – обычный большой конкурс, и второй конкурс – фильмов, которые сделаны на национальных киностудиях, то есть фильмов, которые представляют малые народы России. В большом конкурсе примут участие 12 картин. Председателем жюри будет выдающийся кинорежиссер Глеб Панфилов. Он приедет в Чебоксары со своей супругой, великой актрисой Инной Чуриковой. Во втором конкурсе будут представлены татарские, башкирские, якутские, хакасские картины. Одна лента даже из Македонии. Эти фильмы также будет оценивать жюри. Их команду возглавит классик киноведения Елена Стешова. Возможно, в программу кинофестиваля включат картины, снятые в Чувашии. Сейчас с ними знакомятся организаторы. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика.